Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня, конечно же, с новогоднее, друзья, поздравления всех моих подписчиков, и не только подписчиков, всех, кто меня смотрит, кто поддержит, друзья, всех с наступающим, ну или, конечно же, уже с Новым годом, если вы смотрите, это может быть, там вы смотрите в 24-м, может быть, уже в 25-м, а может быть, в 74-м году вы смотрите это поздравление, друзья, от души поздравляю всех, кто подписан на мой канал. Но и не только. Спасибо всем, кто поддержит. В новом году, конечно же, пожелаю вам достижения всех целей, которых вы, к сожалению, возможно, не достигли. Ну а те, кто достигли, чтобы себе поставили новые цели и тоже шли к ним, чтобы все было офигенно. Да, год был тяжелый. Для меня был тяжелый год, потому что было очень много контента, было очень много задумок, к сожалению, которые я не реализовал, но... Думаю, реализую в 24-м году, а именно какие-то заготовочки по контентику, по интересным видосам, специально для вас, которые мне не жалко делать, да, потратить свое время на то, чтобы порадовать вас и внести какую-то щепоточку, знаете, такую вот, такую щепоточку чисто настроения, да, в эти обычные серые дни, которые мы проживаем все, просто по стандарту, да, как говорится, теряя жизнь. Ну, это такая легкая философия, да. Все мы, как говорится, люди, и все у нас есть, у всех у нас есть какие-то определенные, да, там, задачи, дела и тому подобное. И вот я пытаюсь скрасить ваши вот эти серые будни вот этими видосиками. Но в целом не суть, друзья. Поздравляю всех с наступающим и с новым 2024 годом. И для вас сегодня мы будем с ребятами в фановом видосе будем наказывать плохишей, которые плохо себя вели в 23 году и красиво встретим 24. Ну, конечно же, уничтожением шарика Эншента. Понимаете, да, ребятки? Ну а сейчас, конечно же, небольшая анимация с прошлого видоса. Все вы помните, как у нас был 22-23, да, переход. Дед Мороз разгневался, и получилась у нас небольшая история. А как эта история продолжится, сейчас вы узнаете. Поехали! Скоро 24-й год. В прошлом году было очень много плохишей. Ох, как я стар для всего этого! Был моложе, так сам этих наглецов душил. Чтобы такое придумать? Ха-ха! Слеза накатывает от этих воспоминаний. Мне нужны помощники. О, старый помидор. Мы прибыли, чтобы завершить начатое. Мы накажем всех наглецов, кто плохо себя вел. Лайфстиллер поможет, и этот светящийся шар. Спасибо вам, дети мои. Без вас я бы не справился. Не переживай, о старый помидор. Мы накажем плохих, а хорошим раздадим подарки. Спасибо тебе. Всех с новым 24-м годом, Хен Красава. Да, ребята, вот такая вот у нас была история. Конечно же, эта история будет тянуться. Ну а сегодня мы будем дальше продолжать писать видосик. А именно, какой видосик? Конечно же, праздничный, новогодний. Специально, ребятки, для вас. Ну, let's go, let's go. В общем, сегодня у меня, конечно же, есть группа ребят, которая мне будет помогать. Это вот второй, третий, четвертый, пятый слоты. Но сегодня мы, конечно же, здесь с Антонием. Антонио, ты тут? Да, я тут. Всем здравствуйте. Вот, вот он пришел, он здесь, он прямо тут, он прямо здесь находится сейчас. И мы сегодня постараемся сделать фановые видосы. Из недр волшебства. Что, из недр волшебства? Это что такое? Это инвокер.
А, все, вопросов нет. В общем, надеюсь, этот видосик все-таки вам, ребятки, хорошо зайдет, потому что мы будем стараться по максимуму тут фаниться. И сейчас мы сделаем одну интересную вещь. С Новым годом. В целом, у нас сегодня задача наказать хулиганчиков, которые плохо себя вели в этом году. Но у нас вообще должен быть тут хейт. Ребята, кто плохо себя вел в этом году? Спросим. Кто скажет, я, того и по идее должны хейтить. Никто ж не сознается. Никто ж не сознается. Сейчас посмотрим. Ну, у нас пятый слот ролит, значит он. Если никто не сознается, знаешь, как делают, всех по очереди наказывают. Ну, типа, по чуть-чуть. Ну, ладно, если никто не изъявил желание, то, соответственно, сейчас будем, ребятки, тогда, ну, как-то... Как-то, наверное, будем... Будем, наверное, как-то... Душить. Душить всех подряд. Алхимику руну ребята заберут. Собирайте ему. Алхимику руну забирайте. Ехала. Я пойду на топ, я на топе стою. Там что-то жесткое, лютое понапикали. Инвокеры всякие эти, Найкс. На... Эти. Там тренд будет ультом меня контролить. Да, да, да. И что-то этот там Сларк. Я Сларка напрягаюсь. На самом деле Сларк такой себе персонаж. Сларк такой себе герой. Оп. Напугался? Че там инвокера душите? Туши его, туши. Хорош, хорош. Но только зря Висп забирает. Оставляет пусть фраги. Фраги оставляет. Фраги оставляй, да? Ну просто, типа, ну, ему фраги не знаю зачем. Ну да ладно. В общем, ребята, каточка уже началась. Поехали. Мы за фан. С Новым годом. Вот так будем. С Новым годом. С Новым годом будем делать. С Новым годом. С новым счастьем. Так, ну я смогу, в принципе, с Фурионом кооперироваться, но мне только левела нужно немножко. И подгангивать. Почему именно сегодня Баратрум? Баратрум, потому что у нас сегодня, видели же, карты же новогодние. Это значит, что Новый год, дядь. Шапочка, сюда. Интерес, конечно же. Антонио, как вообще ребятам новогоднее настроение какое-нибудь имеется или не имеется? Передавать. Ну, если не имеется, мы его передадим, конечно. Конечно же, передаем за проезд, а потом передаем... Потом передаю вам все остальное. Это правильно, правильно. Так, там лесной болван какой-то, да, походу? Слушай, там лесной болван есть какой-то у них. Он разгам. Я лес. Лес, которым управляют. Где он? Лесной болван. Все, все крипы рипнутые тут. О, вон он, смотри. Вот он, вот он. Вот он, вот он. Я дерусь тут как мужчина. Как мужчина дерусь. Обхожу, обхожу. О, относ, найс. Спасибо! С Новым годом! Вот это относ сейчас был. Это твое желание было? Да, блин, реально. Походу сбылось. Сбылось ли? Подожди, сбылось, да? Правильно говоришь? Сбылось, сбылось. Ребята, поэтому не бойтесь загадывать какие-то желания. И, конечно же, они сбудутся. Я вам отвечаю, видели, сбылось же. Или сбылось. Ладно, сбылось, сбылось, ребятки, сбылось. И это хорошо. Это хорошо. Прям вообще кошерно произошло. Баш просил, получил. Так, моя задача под фарм тут небольшой. Сейчас ПТ-шечку там. Урночку. Хорошочка. Так, сапожочком. Сапожочка, хорошочка. Себе куру возьму сразу. Себе куру. Если такой фиссурой будет мне напрягать лицо. Лево-право, не успел промикрить. Так, мне нужно вот это. Хорошо. Ес там танцует у меня на лайне, короче. Лево-право, лево-право, чарджи. Я сейчас, наверное, на мид побегу. Ацис плей левел 2. Хорошо, поехали.
Гоу. Гоу, это у нас первый заход будет. С Новым годом! Мы уже тут, братка. С Новым годом. Плохо себя вел, инвокер. А я знаю, что плохо. Получай. Чисто получай. Есть, имеется. Хорошо. Отлично. Че, на низу можно пробежаться. С Новым годом. Вот это то самое, то, что нам нужно. Так, найс, тут стаки у нас висп делает. Молодечек. Только он сейчас, походу, от гарпии сдохнет. Гарпия, понял, молнии, не церемонясь, ему сразу чапалах разрядила. Когда много это стаков... Тебе... А, вот как. Она, она почему-то это... Дерзит очень сильно. Че, сможем этого... ВДшку, дядь? ВД, ВД, да. Давай, let's go. Они еще на меня пошли. Смотри, с Новым годом! Мы можем даже и до этого. Я лучше ВДшку, брат. Не достаю, Фурион... Грами. Оп. Оп, пойдет. Пойдет, пойдет. Пойдет. Сларк просто в любом случае прыгнет, если не заблочить ему этот. Так. Хорошо, там висп улетел на топ. Ну, у тебя, в принципе, тут фрилайн, да? Да. Дашь мне одного крипи, а деда вот этого я заберу? Блин, если успею. Успеешь. Не успею. Ну, попытался подрассчитать дамагу. Один дед, дядь, я ушел. Вот этот вот. Крипи. Все, я убежал. Спасибо тебе. Мне чисто на урну. Сейчас на мид побежать надо. Дасты нужно будет. И будем душить. О, у меня там страйк полетел, ёмно. Ух ты. Ну там какой-нибудь, наверное, профессионал опять на инвокере. Инвокеры обычно пикают профессионалы, чтобы катки выигрывать. Ну да. Висп подставляется. Дядь на крипа. Ой, хорош. Молодец. Так, даст ты бы мне. Четвертый левел. Угу. Сюда беги. Го, можно на топ, плюсану. Можно на топ побежать. Только мне вижен надо, чтобы кто-то подспалился. Или на вокера. Лучше на вокера. Оп, висп не получилось. Даст и есть, если что. Не-не, все. Минус. Там руты дали. Руты только дает. Не руты, этот. Арморчик уже ГГ, там ничего не сделать. Только армор дают. Но можно еще попробовать, типа, если он выйдет. Поехали. Новым годом! Ах ты, смотри какой! Блин, ну нам... Чё говоришь? ВД тут, фрифраг. Я могу ТП дать. Не, ну... Там ТП, либо чарж, смотри там. Ну, ТП чарж. ТП чарж классический. Ну я бы такой лучше фармил, что-то... Стою, ни экспы, нифига нету. Ничего вот нет. Только что стояли на миде. Фу, здесь на лайне. Я не понял. Видно. О, ВД на миду. Слышишь? Давайте попробуем. Вокер такой. Оп. Жесть, там, если маледик, не маледик, то этот кидается. Тройка. Давайте, давайте, ребята. Вот так сделаем, задизейблим. С Новым годом, пацани! Хорош. Там еще Сларк сзади. Вот это, конечно, суета у нас тут. Дядь, ну не надо. Ну не надо, что ж ты. Ну не надо, дядь. Даже есть ты. Хорошо, вот так сделаем. Пойду пофармлю. Пофармлю. Слишком много суеты, очень много. Да, все к вам пошли вообще. Да, вообще там просто все собираются. Но этим и интересно в пабе писать, потому что в пабе никто так собираться не будет. Тут же потенциальная оппозиция почему делается? Потому что вон там баратрум, надо к нему побежать. По-любому надо там вот 100%. Так, нам топ сломали, между прочим. Это жестко.
Висп там задоджил. Бегу. Санстрайк. Ой, хорош. Так, ну на топе надо суеты навести. Пойду посуечусь немножко. Руф, конечно, такая грязюка. Вот я не знаю. Против Баратрума прям само то. О, это плохо. Я фармить буду, короче. Без гангов. Не получается ничего делать. Не дают убивать. Сразу кооперируются. Но сейчас ты начнешь помогать, будет немного полегче. Пока страдаем. Армлет выформлю. Да, армлетик делай и погнали. Хотя бы чисто от ульты, там, знаешь, на начальной стадии. Потому что у нас вообще никуда не двигается. Никого не убиваем. Инвокер фармит, что-то там кнопки нажимаются. Так что так и живем. Я Мидас, наверное, буду выфармливать. Пытаться, по крайней мере. Так, но пока что новогодние подарки закончились, потому что гангать никого не получается. Руф, конечно, жирный. Интересно, что по лейтгейму, мы вообще втащим их или нет? Блин, вообще, типа, я не планировал вот, ну, реально сидеть и потеть. Я, типа, ну, хочу фановый веселый видос, а не потный какой-то там, знаешь. Типа, ну, вообще, реально, вот. Сейчас что-то думать, прикалывать там вот это вот. Это вообще так на самом деле не хочется, потому что хочется именно веселого видоса, чтобы фан был, а не сейчас стратегический там какой-то фарм, да? Что-то там движения, мудрости какие-то, вот, ну реально. Ну, они сейчас кооперируются, поэтому не получается. Ну, потому что потеют, в этом-то смысл, понимаешь? Ничего, в этом-то смысл. Сейчас и мы начнем. В этом-то смысл. Что потеют, пацаны. Так, ну я в Мидас все-таки. Я хочу аганим сделать себе. Я го, вот так сделаем. Аганимчик очень хочется. Для чего? Че, внизу файт какой-то, да? Давай я прилечу. Я на ВДшку пойду. Найс, он мне ТП сбил на Баратруме, короче, понял? На ТП, на ЕСе вернее. Ну вы там сами, я не добегу. Он мне ТП сбил. Я бы сразу прибежал. Это печально. Не вижу Сларка, все, подцепил. И этого туда же можем, кстати. Хорош, успел. Ну и хорошо. Ну, подразменяли, да? Пойдет. Пойдет. Ну, не сказать, что с Новым годом. Ну да ладно. Так, алхимик выфармил там. А ты чё подошел? Я вряд ли успею, конечно. Да ладно. Просто подошел. Ладно. Так, мидасы. Мидасики. Мидасики. Надо вот этого чувака, надо по КД немножко погнобить, потому что он просто тупо АФК фармит. Я сейчас готов драться. Так, что там, Фурион у нас есть. Все есть. Алхимик фармит, он сейчас аганим отдаст. А, у тебя есть уже, да? Есть. Аганим уже есть. Ну, гоу тогда комбинить, что нет? Можно попросить алхимика, чтобы он дальше фармил. Мы тут, конечно же, мы его не убьем. Сларка этого. Ну, надо вместе. Инвокер как будто знал, что мы идем гангать. Какой кринж. Ой, да серьезно. С Новым годом! Так, окей. Хорошо. Ну что,
Я в тебя могу за это залезть. Ну, бери на этого химика, погнали, побегаем, да. Гоу, а то что так скучно сидим? Бери химика. Идем драться, все. Так, ты где? Я на базе, иди на базу, у тебя как раз маны нет. Там ЕСы, не ЕСы, там любого. Фларки. И побежали. Чисто начинаем комбинить, ребята. Прямо сейчас, прямо здесь. Прямо вот, прямо в эту секунду. Right here, right now. Запрыгивай. Погнали. Так, ну го ЕС. Го ЕС. Цепляйся на виспе. ПКМ, право, право, отменяй. Назад, назад. Во-во-во, балансы. Теперь вперед. Хорош. С Новым годом, братка! Мы приехали. Плохо себя вел? По-любому плохо себя вел. Все, Найс, пошло дело. Хорошо, гоу, Тэшко. Догон наготовить. Я все-таки не буду, скорее всего, догон делать. Я пофармлю медасик. Осуждаю. Осуждаю то, что он пишет вообще максимально. Тэшку и, короче, в Т2 откадешится, и можно еще полететь на другую сторону. Там вон, идут они. Идут. Так, у меня еще 40 сек. Можем так подраться без инфеста. Гоу? Че нет? Смотри, 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 смотри. Да-да-да-да-да-да, гоу. Я задизейблю его. Я за этим. Давай. Но я сейчас буду стоять, скорее всего. Мы стоим. В рутах. Оп, хорошо. Инвокера можно, есть досты, если что. Вот так, мансану. Так, алхимика потеряли. Вот этого убиваем? Да. Хорош. Хорошо. Берусь как мужик. Сларка. Ну, ай, ну такое себе. Я Сларка не смог убить, он только в Вижен нырнул, все, нет смысла догонять его. Вообще нет смысла. Вообще нет смысла. Он только там в Вижен и все. Это Сларк. Ничего не поделать. Кнопок у меня не было, по-моему. Ультимейт, по-моему, либо был ульта, либо нет. Я что-то как-то нет, не обратил внимания. Ну да ладно. Самое главное, с Новым годом у нас получилось хорошо сейчас. Он, смотри, идет. Давайте убивать его, товарищи. Хорошо. Инвокер с унструйки будет. Мне бы медас доколотить тут. Оп, хорош. Да, вот и он. С Новым годом! Слушай, ну файды такие ожесточенные получаются. Ну, пацаны там потеют. И получаются жесткие файты. Хорошо, ну задумка реализовывается. Новогодний видос готовится, как говорится. Вот без догона никак. Ты все-таки решил догон, да? Так уже. Окей. Че там, у тебя откадешилось, да? Да. Го на базу? Прямо с базы хочешь? Могу ТП завязать. Да, я сейчас вот сюда отойду, на кемпик, ТП на базу и... Алхимик, там алхимик только на меду. И погнали. А, у него ТП нет. Надо тогда его надо было забрать как. Ну да ладно, можем, в принципе, сами, да, ты есть. Если я сейчас ТП-шечку на базу. Хорошо. Я могу виспа просто, ну я не знаю. Висп за этим, за мной тизерится, он за мной просто как этот. Как я этот, короче, выходит. Понял, да? Раз он не идет, то Магомед идет. Если Магомед не... Эй, Магомед! Го! Ой, бро. Так, ну короче, ты в меня залази, там и поехали. Удачи и приятной игры. Сейчас кто светится первый там? Инвокер, не знаю. Инвокер, убежит. Сейчас внизу по-любому кто-то будет. Что-то да, делать. И никого нет. Понял, а вот вич-доктор. Поехали, ребятки, поехали на вич-доктора. Опа, висп тизерится, хорошо. Но сейчас будет заруба, ребята. Сейчас будет заруба. Но мы в смоках, кстати, у нас будет время. На то, чтобы... С Новым годом, пацани! С Новым счастьем! Ох ты, Ивул, что за Ивул? Разрываем его, пацаны, просто.
Вот этого туда же. Блин, эти склянки, я того душу их видел. Эти склянки. Фуриона потеряли. Ой. Меня доконтролили. Богек, богек! Давай, давай, богек! Еще можем. Папа может. Папа может, ребята. С Новым годом! Да ты достал колдснапить меня. Смотри, идет кнопку жать, а? Какой. Тут в инвизе стоит Сларк, но я не это, не могу, дастов нет. Вон, вытащил его. Хорош, давай. Ой, хорош. С Новым годом! Так, я отойду. Там ВД Юл, да, блин? Вообще жесткий. Чё там? Подожди. У меня тут проблемы, да. Жесть. Что там, чел ноет на ВД? Не-не-не. Как надо смеяться, если тебе это весело, то мне тебя жаль. Что? Ладно, я бан выделю шестому слоту. Жесть. Там, ну, пора. Ну, типа, ребят, это фановый видос, сразу сказал, че лагрится, че к чему. Да забей. Не, не, мне-то пофиг, мы-то типа, ну, фанимся, рофлим, да, типа, я же сразу сказал, у нас тут не киберкотлетная катка будет. Типа, чисто по кану, по кайфу вот это, по фану, да, чисто новогодняя катка, почему нет, реализация фановая. Гоу-гоу-гоу, базу, Антоха, ТП-шку, гоу-гоу, гоу-камбу. Ну, блин, у него ТП нет, опять я забыл его взять. Ты, если что, не забывай его в наглую там, бери его. ТП носи. Так, мне нужно... Давай я гем возьму. Гем возьму. Пойдем тогда не с базы. Вот тут кооперируемся. Тут. Ну да, встречаемся. Кооперируемся тут. Хорошо. Комбо-бомбо. Типа того. Сейчас я мида скину, очень важно, пацаны. Sorry. Oh, I'm sorry. Oh, sorry. Ты чисто, и надо бежать. Хорошо. Че, поехали, думаешь, да? Прыгай в тачку. Сел в тачку и погнал. Так, они все варды поснимали. Это беда. Это беда. Че там? Это забавно. Никого на карте нет. Никого, да, вот типа прикинут. Но это вот игра с подписчиками, дядь. Я тебе о чем говорю. Они сделают все, чтобы заруинить этот контент. Камон. В пабе такого не будет никогда. В пабе будут все играть, как обычно играют. А тут они эти будут на шухере сидеть, на хейте, вот это, пакости писать. Вот я не люблю поэтому. Есть адекватные подписчики, а есть вот кто вот заходит и прям вот написал сразу, фановый видос, ребят. А они вот видишь, что делают. Понимаешь? Грустненькая песня такая. В жизни так бивает. О-о-о, вард. Сейчас толпа за меня выбежит. Идем в леса. Завардим. Если не на кого чаржится, ну придется от ноги идти. Окей. Окей. В жизни так бивает. Вот он. А, новогодний подарок. С Новым годом! Власти и душить его. Поймали такие кого-нибудь. Опс, опс, опс. Взорвано просто. Хорошо, что гем взял. А, вон оно что, на Рошанине были. А что, может, я на хате туда прибегу, ты тоже туда прибежишь? Да, гоу, гоу, гоу. Почему нет? У нас алхимик, правда, фарм убежал. Если надо, я поддержу. Еще вард. Хорошо, что гемчик взял, по кайфу. Где-то тут, где-то тут. Вот этот вот таракан тут, смотри, вонючий какой. Я сзади захожу. Давай. Заходи, сбоку заходи. Заходи сбоку. Оп, поймал креветку. Хорош, инвока можно. У него шапка у инвокера, отобрать шапку. Шапку отобрать. Инвокерскую. У меня гемчик есть еще. Мурлок байбекнулся. Смотри, смотри, инвиз жмет. Ты че, дядь? Дайте мне шапку новогоднюю. Алхимик с шапкой новогодней. Ой, бро, жесть. Жестко.
Так, окей. Дефолт. У меня есть этот инфест. Прыгай, 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 ехала. Эх, внизу я не успел. Кларк там после байбека. Сейчас посветится, я сразу чаржину. Он где-то здесь, по-любому. Он такой. Креветка инвизная, одна штука. Да, я не знаю, он тебя видел. Уже будет. Да, понятное дело. А сейчас он фура ТП дает, сейчас тут сделаем какую-нибудь. О, побежали. Target detected. Target detected, нытик detected. С Новым годом, плохо себя вел. По факту плохо себя вел. Давай вот это, вот это, вот это. Сейчас помогу, помогу. Фуриона вот не этого, отдать. Вот это, вот это. Вот это, вот это. Фуриона не отдать. Хорош. Не, мы потеряли его. Все равно. Ой-ой-ой. У меня почти аганим есть. Это радует. Кормлю на его могиле. Осуждаю постоянно. Постоянно. Секунду, раз, несколько секунд. Жестко. Так, ну что, давайте отойдем. Алхимик, интересно, сделает аганим или мне сделает таки? Жесть. Создай еще аккаунтик в Ютубе, чтобы написать пакости. Такие вот челики. Так, Гоу-Миску поможем. Я помогу. Так, я не хочу подставляться, тут у меня будет жопа порвана сейчас. Я стою в стане просто, 24 на 7. Но я умер, гем заберите, пожалуйста. Там мне все склянки или... И... Да что это-то? Заберешь меня? Возьми меня! Возьми меня, возьми меня! Я сдохну сейчас, возьми! Ой, хорош, засейвил, дядь. Если подерешься сейчас, я зарегенюсь. Только надо, чтобы у тебя хп были, это, не фуловые. Дерись, у меня хп поднимутся. Чем пауза, непонятно. Господи. Ой, ну что за токсики. Я вылезу, если что, дядь. Дерись, дерись, после рейджа вылезу. Вылази. Вижен только даешь и поехала. Ультану лучше в него, чтобы уже не бегал он. Спасибо, дядь, вообще жесть как выручил, засейвил. Прям по кайфу. Я просто, я немного, долго не мог понять, на какую кнопку будет этот ассимилейт. Просто я не играю с Дайксом, с этим аганимом. Я забыл, на какую она. Нормально, успел, дядь, я бы сдох, отвечаю. Вообще люто засейвил. Ребята, вот вам, кстати, как говорится, в полевых условиях данная кнопка, да, аганимная, выручает. Потому что я бы 100% умирал от маледикта. И это печально. Но, как видите, я выжил. Пойдемте туда. Че смеешься ты, да? Нокер подошел, я ему просто догон дал, он ушел обратно. Ой-ой-ой, жестко. Монетки лежат и сейчас. Ну, я, наверное, заберу тогда. Сейчас заберу. У меня есть аганим, можно по КД работать сейчас. Так, аганимчик есть. Кстати, там этот руф начал, да, ставить эти, да? Да, я их рубаю. Хорошо. Комбинить, ребята, гоу. Комбиним. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас каточка. Только подожди, меня... Я бегу алхимику помочь, если успею. Выкинет, хорош. Санстрайки, эх. Вот такое себе. Поможешь? А, все. Ну вон, смотри, суета там, но я... Блин, я один там боюсь. Далековато, недалеко. А я вот так сделаю. А, ноль дэмэджа просто. Просто ноль дэмэджа. Ну, давай, ты подходишь, но у тебя маны немного, правда. Маны немного. Давай уйдем просто, дядь. Хорошо. Уйдем просто. Могу ТП заявить. Не-не-не-не, просто уходим, дядь. Погоди, мост убью вот так, да, и все. Все, гетбэкаем, да. Давай, дядь. Бафаю тебе МС и убегаем. На базу ТП даю Ош. Если что. Давай. На базу ТП даю Ош и с базы полетим. Жду алхимика, получается. Да, химика ждем. Химика ждем, let's go. Висп там на миду страдает. Санстрайк. Будет. 300 хп, умрет же. Конечно. Вот идет по прямой траектории и... Пдыщ. Вообще просто даже не мансит.
Типа, ну он знает наперед, да, что никто юзать не будет. Так, ну что, я в принципе готов. Он ЕС идет на топе. ВДшка. Давай ВД, он себя плохо ведет, потому что. А, понял, ага. Он типа тильтит там что-то там. Пакости пишет. Можно даже до Талова за ним, я думаю, но. В принципе. Он просто заюлится. И ГГ. Комбы не будет. Не-не, я не побегу туда до конца. Мы вот тут вот так дерево срубим. Не-не-не. Вот тут бы как-то снять бы. Это того а, тут в центре обычный просто. Ча, прибежит. Ура. Хорошо. Давайте топ-тавер. Они сами придут сейчас. Тут топ тоже был. Топ-топ-топ-топ сейчас. Сейчас заберем, не вылазь. Не вылазь, все нормально будет. Оп. Фармлю крипов. Это типа классика. Хорошо. Дальше не пойдем. Надо, чтобы они вышли. Дальше не пойдем. Закрысили в ХГ, короче, тупо сидят и все. От один засветился. Ну, близко к базе. Да, да, да. Они не будут выходить теперь. Ты что думаешь, что мы тут будем сейчас по КД бегать, убивать? Не, они сейчас на базе будут сидеть. Там Вич-доктор плакается, все, какой хен плохой, как он плакается, хен. Когда проигрывает и тому подобное. Ты же чего? Вот это называется, знаешь, когда в ТГшке, в Ютубе чел забаненный, в ТГшке подписанный, да? И он, получается, вот, даешь анонсик, он забегает и типа такой, и начинает пакостить. Вот хен плохой, вот хен такой, вот, то есть, ну, это нормально. Сейчас... Смысл остаться в ХГ, вот, в Телеграме, если тебя в ту Ютубе забанили. О! Опа, инвокер шапку даешь! Смотри, 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 ну надо было, наверное, надо было вылазить. А как? Я же не могу в Еуле твоем. А, ну да. Вах, какой замес, дядя. Сейчас, походу, будет бабошечка. Так, ну я еще живой, отхожу. Вот нормально от дефа, да, они там сыграли. Если что, могу с Ларк попробовать, вот так вот. Ой, хорош, догон залетел, дядь. Сейчас ВД, 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 с Новым годом, дядя! С Новым годом! С Новым годом! Дерево срубишь? Да, гем возьму. Еще гем. Оп, хорош. Хорош. Я тебе сейчас урну дам, дядь. Урну дам. Блин, Аганим офигенно выручает, но дистанция лютая, я бы сейчас не залетел в драку-то. Уф. Блин, ну получается новогодний контент... С одной стороны и фановый, и немного потноватый, потому что оппоненты все-таки, ну, не бездумно там бегают где-то, да? А пытаются что-то как-то сопротивляться. Не выходят как минимум с базы. Да, как минимум не выходят с базы. Догончиков надо побольше, считаю. Даешь больше догонов. Хорошо, вот так. Сделал. Там Рошан еще есть, можно будет Рошу забрать. Не забирай меня, дядя, зачем? Ну, я тоже на базу иду. С базы можно будет побежать сейчас. У меня инфест КД пока. А, ну все, забирай, не успеет. Инфест КД, да? Да. У тебя шапка новомодняя, ты видел? Новомодняя. Смотри на эту кириешку, посмотри. Чисто шапочка такая. Пушечная, дядь. Я готов. Велхимик опять, конечно же, конце как. На базу, го. Траку. Чаржевать будем. Так, БКБ-ха имеется. Вот так-то хорошо. Хорошо. Вот так-то лучше. Вот так-то лучше. Блин, на самом деле оппоненты хорошо, да, то чисто зарубились там. В хайграундах сидят и просто... Тупо вот сидят, реально. Че, убегает от тебя. Ой, блядь. Ему время надо. Так. Но инвокер стоит. Давайте смаканемся, наверное. Хорошо, вот так сделаем. Че, дотало в ХГшку, да, если что? Да хоть под колодец, ты же меня знаешь. Не, ради ВД я бы хоть под колодец, если бы мы его убили. Че, ты затриггерило, да? Так, смотри, инвокер не подставляется. Опа, поехали, с Новым годом!
Вот так сделаю. Доставка быстрой пиццы. Что за телепорт, дядя? Ой, у меня не тот слот стоял, блин, понял. Что за телепорт, дядь? Давайте это низ попушим. Ох, смотри, сколько тут. Его. Руби вот эти деревья, дядь, иначе нас зарутит. Хорош. Давайте тушить эту тэшку. Че, алхимик куда бежит? Опа. Ну, мы алхимика потеряли, дядь, ломай. Или нет, или еще не потеряли. Он там писец забайтит. Я пробегусь такой, нет, не пробегусь. Все, давайте пушить. Попушим. No. Что за торнадо какие-то? Там у меня хп улетают, вообще жесть. Надо energy. Do damage. Do damage. А чё, ну типа он регенится, тавер этот, do damage. Надо вот, чтобы дошли крипы. Да вот как бы, блин, алхимик, если бы там фигнёй не страдал в колодце, может быть уже бы заломали бы. Ладно, я здесь отойду. А он там вообще под колодцы ушел. А, честно, там 1 на 9 дерется. То есть виспа сейчас потеряем. Нормально, ломаем. Алхимик развлекается. Октарин делает вещи, жесть. Октарин делает вещи. Жестко. Он просто стоит. Да, он просто там стоит. Вот Октарин плюс ультимативная, там вообще жесть, какой реген. Опа, все. Поймали браконьера, понял? Еще живет, да ты посмотри, какой он живучий, да. Какой же он живучий. Давайте отойдем отсюда просто. С Новым годом! С Новым годом! Ребята! В новом году желаю вам хорошего, как говорится, настроения и не быть таким, как этот Вич-доктор. А какой у нас Вич-доктор? Нехороший. Он просто нехороший. Вот и все. Так что, пацаны, фан-контент, фан-видос для вас от нас, как говорится. Вот так задизейблим и вот сюда его еще вытолкнем и догона ему, дядь, чтобы, как говорится, подавно не было. Так, у виспу хилочек. Ага, сбил касочкой. Чё ты? Найс Фурион играет. А чё, он там закрыл всех? Закрывает этого алхимика, чтоб не выделывал. Правильно, правильно. Ну чё он там, в колодце встал и контента не дает. Го, Б. Парни, го еще врыв. Ну чё за руина? Пацаны, ну давайте, ну пожалуйста, ну еще. А то шар сломаем сейчас. Улетел, улетел, улетел. Забрал он его. Неугомонный чисто, алхимист. Дядь, ну нам летит. О, там тычка ВД летит. Где? Смотрите, вот, а, вот. Вижу, вижу. О, развернулась. Она обратно полетела, дядь. На алхимика. Блин, ну не хочет алхимик, да, еще раз закомбинить. Вот вообще не слушается. Пацаны неугомонные. Вообще не хотят, давайте. Пусть дефнут. Пусть дефнут. Чё это такое вообще? Засаживайтесь, поехали. Побежали. Побежали, сейчас накажем. Ой, ЕСХ слэмит там. Смотри, там, молодец. Видел такие корешки кривые на шарике на этом? Защита сверху. Все, поехали. Да-да-да, да, под колодец вообще, с Новым годом, пацаны, под колодец. Let's go. Let's go, да пофиг, тут игнор. Тут игнор. Ух ты, меня сбили, дядь. Ну тогда вот этого с Новым годом делаю. Да что, не двигается герой, давай вот этого с Новым годом сделаю. Кадилом по голове. Поехали. Хорошо. С Новым годом. Пацани, пацани, пацани. Я поможу, я поможу. Поможем сейчас, дядь. Жесть. И до свидания, да? Нормально. Ну, в принципе, блин, забавно. Ребята, в принципе, каточка получилась потно, забавно. Я думаю, этого достаточно на
так сказать, новогодний контент. Надеюсь, вам эта катка понравилась. Не будьте токсиками, парни. Фановые игры, они для того, чтобы получать удовольствие. Это и к тому, что не нужно себя вести в играх, как вот этот слот. Вообще отвратительно Челси повел. Но и мы попытались как немножко хотя бы дать вам настроение в этот прекрасный, чудесный день. Загадывайте желания, как говорится, все исполнится, друзья. Главное верить. Если хотите чего-то добиваться, конечно же, работайте над своей мечтой и двигайтесь вперед. Антонио, есть какие-нибудь пожелания ребятам? Да, кроме банального, но с Новым годом. Ничего не пожелать. С Новым годом! Но это все, это в принципе, это ничего больше не нужно. Это оригинально и просто, друзья. На этом все, спасибо всем, кто сегодня у нас с ребятами помогал. Вот эти вот, вся команда Сентов. Ребята, которые помогали делать этот видосик. Ну и в принципе все, ребятки. Спасибо всем, с вами был Ксеназос. И до скорого. Всем удачи. С Новым годом! С Новым годом, друзья. Камон. Неплохо, в принципе. Пойдет.